Молодежи обещают больше внимания. Даурен Абаев, министр информации и общественного развития Казахстана, рассказал, на что будет сделан упор в работе недавно созданного министерства. Новая структура в правительстве республики сосредоточится на информационной политике. В ближайшее время будут обнародованы новые правила аккредитации журналистов в Казахстане. Главное внимание молодежи. Юных казахстанцев государство планирует поддерживать со студенческой скамьи. Мы понимаем, что молодежь – это неоднородная масса, спектр ее чаяний, желаний и потребностей очень широк. Но ключевыми компонентами государственной работы с молодежью будут качественное образование, обеспечение занятости и поддержка института семьи. 15 февраля указом Нурсултана Назарбаева Министерство информации и коммуникации было преобразовано в Министерство информации и общественного развития Казахстана.